Коли вік – не перешкода, у Запоріжжі діє університет для пенсіонерів. Там навчають різним дисциплінам, наприклад, історія, танці, краєзнавство. А з цього року там з'явилися ще й комп'ютерні класи. Тепер усі охочі можуть оволодіти інтернетом та скайпом. Які предмети обирають запорізькі пенсіонери та чи складно їм навчатися, дізнавався Леонід Остапенко. Запальними танцями зустрічають гостей студенти Запорізького університету. Але це незвичайний виш. Тут навчаються пенсіонери. Лише у центрі Вознесенівського району навчається 70 осіб. Вивчають історію, мистецтво та танці. Студенти кажуть, приходять сюди не лише для занять, а й для спілкування. Володимир Сергійович знайшов тут свою наречену. У минулому році вони одружились. Весілля відзначили теж в університеті. Все прийшли поздравляти, зовсім незнайомі. Приємно було пожелання. Куча подарунків, цілий концерт, також з вальсом, також приглашення. Фільм зробили тут на цю тему. Обо мені, вони. Як ми молодість починали. Да. А з цього року Володимир Сергійович викладатиме в університеті комп'ютерні курси. Тепер студенти зможуть користуватися інтернетом та спілкуватися у скайпі зі знайомими з інших міст. Як і в усіх вишах, випускникам тут дають сертифікати про завершення університету. В адміністрації кажуть, така форма навчання з роками стає популярнішою. Це форма роботи з пожилими людьми, яка дозволяє социально адаптировать их к жизни, позволяет их обучить, дать им что-то новое. Они получают общение, они получают знания, они получают помощь специалистов в получении этих курсов. Кожного року предмети, які викладають в університеті, змінюються та оновлюються за побажаннями самих студентів. По завершенню навчання кожен студент може повернутися сюди знову, щоб отримати знання вже на іншому факультеті. І продовжувати тему будемо разом з моїм гостем. Я рада вітати у студії Анатолія Пустоварова, заступника міського голови. Вітаю вас. Пане Анатолію, на базі чого створено цей університет? Його можна назвати взагалі університетом? Конечно, можно, вы же видите, сколько мальчишек и девчонок туда ходят, лет по 60, по 70, поэтому однозначно это университет. У нас в городе работает городской территориальный центр предоставления социальных услуг, и он ведет очень многовекторную работу. То есть у нас есть, вы знаете, и гериатрический стационар, где люди тоже пенсионного возраста раз в год могут бесплатно приехать, оздоровиться. Там включено и питание, и базовая медицинская услуга санаторная. И люди там тоже проводят весело и комфортно время в черте города, и он пользуется сумасшедшей популярностью. Также, помимо этого, в территориальном центре есть отделение реабилитации детей-инвалидов. Там идет тоже глобальная работа, потому что это, конечно, серьезные и заболевания, и нужно повышенное отношение к этому направлению. Мы из прошлого года отдельное внимание уделяем этому направлению. Это, конечно, детки с ДЦП, с синдромом Дауна и аутизма. То есть это то, чем однозначно наше общество должно заниматься, и громада должна оказывать поддержку этому направлению. И есть у нас еще отделение дневного пребывания, в который входит как раз университет третьего возраста, и пребывание на дому, обслуживание на дому, где одинокие люди тоже получают социальную поддержку работников. То есть это одинокие люди, за ними тоже, естественно, ухаживать, где продуктов приготовить, где убраться и так далее. А вот то, о чем мы сегодня поговорим, это университет третьего возраста, он расположен на базе тоже районных отделений дневного пребывания. И эта практика в Запорожье работает уже не первый год. Сколько роки уже працюють такі университеты? Это порядка 5 лет, и она достаточно уникальна. То есть это было започатковано саме в Запорожье. И поэтому очень приятно видеть, что это направление развивается. Потому что, ну, мне кажется, может быть, кто-то и скептически отнесется. Но я вам скажу, я там бываю уже третий год. Это атмосфера жизни там бурлит, атмосфера любви к жизни, атмосфера дружбы и поисков новых занятий, хотя люди, конечно, там уже глубоко пенсионного возраста. Все университеты, они действуют по районах места? Да, то есть в 6 районах города у нас действуют на базе отделения эти университеты третьего возраста, на базе которых люди организовываются, приходят, записываются.
И потом сами выбирают, чем они хотят тот или иной факультет, как мы называем, в тот или иной семестр заниматься. Кто-то выбирает, допустим, там, уроки кройки, шитья, кто-то кулинарии. Но последние годы вообще уходят за грань возможных представлений. Сейчас у нас такие, знаете, очень много факультетов психологического и личностного роста. Вот это интересно. И на последней встрече в том году мы общались с нашими выпускниками, вручали им уже, скажем так, дипломы. И было такое пожелание о том, что ну, мы видим, насколько динамичен наш мир, как он быстро развивается. И люди пенсионного возраста очень активно интересуются все-таки интернетом, компьютерными технологиями. Был такой запрос о том, чтобы открыть все-таки по компьютерному классу. И вот у нас буквально через там, 8 месяцев получилось это сделать. И сегодня запущены компьютерные классы, полноценные, с полноценным необходимым всем, с наушниками, с видеокамерами, сами компьютеры, где на безоплатной основе наши уважаемые люди, кому это необходимо, могут прийти научиться, как этим пользоваться, и непосредственно также воспользоваться безоплатно. Яким дисциплінам віддають перевагу пенсіонери здебільшого? Ну, я думаю, ми почнемо з самого базового. Хотя я был сегодня удивлен лично, когда присутствовал. Мне казалось, что мы будем там, людей, которым там, порядка 70 лет, учить включать-выключать. Однако мы вот сели вместе с, скажем так, студентками, да, и они уже все умеют, все открывают. У них достаточно глубже уже вопросы, как найти то, как зарегистрироваться в тех или иных сайтах. То есть достаточно интересные вопросы. Поэтому я думаю, мы совместно с волонтерскими организациями, которые нам оказывают помощь в обучении, уже будем также подбирать курсы по необходимости. То есть кому необходимо базовое, конечно, да, там понимание, знания, а кому-то может быть уже углубленное. Вот сегодня у меня даже спрашивали, как видео с YouTube скачать, да, чтобы потом, наверное, посмотреть сериал или какую-то интересную передачу. Ви сказали, що ці університети діють вже близько 5 років. За цей час що ви можете сказати з приводу популярності? Чи росте популярність цих університетів серед людей похилого віку? Ну, давайте говорить откровенно. У меня тоже есть бабушка, которая тоже буквально там год назад только ей включил скайп, она увидела свою сестру, которая живет в другой стране, и не только теперь по телефону, а воочию может с ней разговаривать, и они болтают сутками напролет. Поэтому я лично видел и понимаю, насколько это важно. И, к сожалению, для кого-то эта услуга находится в кармане, он ходит с телефоном, в любой момент может иметь к ней доступ и воспользоваться. Но есть большое количество людей, для которых эта услуга и финансовая, недоступна, не каждый может тоже себе позволить с нашей пенсии купить себе компьютер, оплачивать интернет и так далее. Поэтому я уверен, что это очень полезно, что мы в каждом районе теперь можем предоставить эту услугу. Поэтому параллельно те девочки и мальчики, как я сказал, да, наши уважаемые пенсионеры, которые хотят просто прийти и научиться компьютерной грамотности, чтобы потом где-то этим уметь пользоваться. А для некоторых это будет место, куда они могут прийти, отправить электронное письмо, что-то найти, пообщаться с кем-то в скайпе. Мы, конечно, в этом ограничивать их не будем. Відповідно до останніх досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посідає одну з найвищих сходинок у рейтингу з кількості осіб, які страждають від депресії, особливо у похилому віці. Депресія – це важка хвороба, яка вимагає спеціального лікування, і не варто її плутати з просто поганим настроєм. В останньому випадку варто лише подивитись на те, як вміють радіти життю деякі люди похилого віку і, можливо, навіть у чомусь взяти з них приклад. Наші журналісти зробили матеріал про найвідоміших пенсіонерів, які ведуть свої блоги у популярній соціальній мережі. Баді Вінк 80 років, і вона зірка Інстаграму. Також жінка є обличчя марки Деміпіс. Пані Вінкл не поділяє моду на молодіжну і вікову і сміливо носить величезні платформи, золоті ланцюги і футболки з психоделічними принтами. Для Айрі Сапфель мода – її професія. Їй 95, і вона дизайнерка, колекціонерка і модель. А ще засновниця однієї з найбільших компаній з виробництва тканин. Айрі – безмінна гостя всіх модних показів тижнів моди, а крім того, визнана ікона стилю. Лінді Родін, 69. Раніше вона працювала моделлю, після чого вирішила спробувати свої сили як стилістка. А зараз Родін, крім іншого, є редакторкою Harper's Bazaar. Лінда обожнює великі окуляри, масивні кільця і лаконічний крій. Як і у будь-якої ікони стилю, у Беатрікс Ост є свої модні фішки. Вона обожнює незвичайні прикраси і тюрбани. І те, і інше вона одягає як на буденну прогулянку, так і на світський захід. Пане Анатолію, ви ведете сторінку у соціальних мережах? Так, да, виновен. А чим ділитесь зазвичай зі своїми підписниками? Ну,
я не сказал бы, что я сильно веду свои страницы в социальных сетях. Время от времени какие-то моменты выкладываю, чаще всего на память, потому как сейчас вот иногда просматриваю те фотографии, которые в социальных сетях выкладывал там 10 лет назад, и они, конечно, эта память вызывают какие-то воспоминания. Ну, есть люди, которые, вот видите, даже в 70 лет ведут намного активнее, чем я думаю, в 100 раз активнее. Я пока просто выкладываю те моменты, которые мне хотілося б з ними поділитися, зі своїми друзями. Ну, це такі мотиватори. Ви як взагалі з поганим настроєм намагаєтесь боротись? Якщо не даю йому ніяких шансів. Да. І ви знаєте, якраз хотів би від себе сказати, я сьогодні от побував на відкритті, там було порядка більше 50 чоловік, достатньо пожилого віку, і ці люди ну, просто переповнені життєвою енергією. І я от сьогодні з утра ми поїхали з ними, пообщались, відкрили інститут, і я от реально зарядився теж від них енергією. І я би хотів би порекомендувати, тому що я знаю, достатньо тяжеле зараз час, і мені кажется, є люди, які чувствують одиночество, дома одні, і просто не знають, що в місті працюють такі клуби по інтересам. Тому я би хотів би порекомендувати їх, пользуясь случаем, і в каждом территориальном центре по районам действительно работают университеты третьего возраста, где у нас на безоплатной основе, помимо и компьютерной грамотности, помимо творческих кружков, есть просто клубы по интересам, где люди, кто-то одинокий, а кто-то просто увлеченный, да, в целом смысле жизнью. Ну, как мы они бачили, собираются, сюжета, да, они навіть заходят и общаются. Одне одного. Поэтому, да, я действительно тоже, пока не начал работать в мэрии, тоже не знал об этом. А теперь, когда мы узнали, мы не только, скажем так, их посещаем на все праздники, а мы еще и развиваем и даем им базу для развития их направлений. Там начиная от спортзалов и, видите, теперь заканчивая вообще компьютерной грамотностью. Поэтому я уверен, что наши ветераны, наши пенсионеры должны быть в первую очередь, конечно же, здоровы, во вторую социально обеспечены, надо поднимать этот уровень, ну и в третью все равно жизнь не заканчивается ни в каком возрасте. Поэтому надо всегда находить время хорошо, чтобы проводить время, всегда искать новых друзей, встречаться со старыми друзьями, никогда не унывать. Ви вже згадували про те, що пенсіонерам видають дипломи, сертифікати. Що вони дають? Яка їхня вага цих документів? Вони дають? Вони дають хороше настроєння і, мабуть, осознання якогось рубежа, що пройден період, тому як я вам дійсно говорю, що деякі курси от в тому році, в цьому, достатньо серйозні. І ми, скажімо так, в наших от лекціях і семінарах участвують серйозні преподаватели і достатньо серйозні дисципліни. Тому це, звісно ж, удостоверение того и подтверждение, во-первых, наверное, для каждого человека лично, что он это осилил, прошел и, допустим, теперь там знает основы там флористики. Приемно маты побирать. Да. Или умеет, вот я знаю, в том году были курсы там танцев живота, да, или... Ну, это, естественно, это интересно, и я уверен, что у нас есть и еще больше даже, чем мы можем наблюдать, активных людей пожилого возраста, которые, для которых жизнь только начинается. А кто выкладывает в этом университете? Ну, в основном мы связаны, конечно же, с волонтерами. То есть базовая – это, конечно, наши социальные специалисты, социальные работники. Ну, а кроме этого, мы, конечно же, привлекаем всех неравнодушных. И я хочу отметить, что в этом направлении тоже не надо долго искать. Я бы хотел знать, о том, мы в последнее время читаем, у нас все новости только о негативе. На самом деле нет, у нас есть море позитивных людей, которые готовы там, в рамках, ничего не требуя взамен, выходить, помогать, делиться своими знаниями, на волонтерских началах работать или с людьми пожилого возраста, либо с детками, там, инвалидами, либо там, какие-то волонтерские благотворительные акции для того, чтобы помогать там, и воинам АТО, либо делать какие-то просто хорошие дела в городе. Поэтому у меня позитивный настрой, и я уверен, что вот такие мероприятия, такие клубы по интересам будут, наоборот, расширять вот это ядро позитива, и в него больше будет присоединяться людей. А как можно потрапить до этого университета? Это абсолютно свободно, то есть у нас в каждом городе действует территориальный отдел предоставления социальных услуг, центральный офис у нас на рекордной 9А, я думаю, нас смотрят тоже много людей, которые пользуются интернетом, в интернете тоже можно забить и посмотреть контактные адреса и прийти просто записаться, двери открыты полностью, это естественно безоплатно, и там ждут добродушные люди, то есть люди-созидатели, то есть также вот, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в наши социальные работники, те люди, которые увлеченные этим, которые работают в большей степени для результата, чтобы помогать людям, они тоже всегда с открытой душой встречают и помогают. И это, наверное, вообще база
вот этих всех центров и университета третьего возраста – это те люди, которые там работают и которые вот встречают всем сердцем людей и делятся с ними позитивными эмоциями. Наші журналісти підготували опитування. У людей запитали, чим би вони хотіли займатися на пенсії. І от які відповіді отримали. Я люблю читати. Що ще? Інтернет треба буду осваювати, я б не дуже освоїла. Гуляти буду, не знаю. Мабуть, дача, рибалка. Скоріше всього, воспитання внуків. Вирощувати живність. Я думаю... Буду отдыхать с семьей в уютном уголке. Ну, внуков нянчить. По любимым делам каким-то, конечно. Каким? Например, ну, например, сельским хозяйством. Телевизор смотреть. Телевизор смотреть и творчество. Я по образованию цветовод и буду заниматься цветами, ну и рыбалочкой можно тоже. Пане Анатолію, а власну старість ви якою бачите? Ух. Перед телевізором на дивані чи, можливо, сільське господарство? Ви знаєте, я поздно прихожу з роботи, для мене вище пік удовольствия теж повалятися, віддихнути. Ну, на самом деле, мені хотілося б, я немного буду ще більш оптимістичен. Я надіюсь, що дозволить здоров'я можливість. Я би хотів, звісно, на старості немного попутешествовать. Я надіюсь, остануться хороші, вірні друзі, сім'я. Зараз не вистачає часу на це? Кажется, сім'я і путешествия. Зараз не вистачає часу на подорожі? Ну, не вистачає, але я цього прикладу не сумую, тому що я займаюся улюбленою справою. Зараз почався навчальний рік не лише у пенсіонерів в університетах третього рівня, а й у звичайних школярів. Що ви можете сказати, як справи у цій сфері? Я знаю, що нещодавно прийняли закон про реформування системи освіти. Як ви до нього ставитесь? Ну, реформа назріла. Мне не хотелось бы называть слово «реформа», потому как, мне кажется, в обществе немножко негатив есть к этому слову, да, оно такое именно отрицательное стало. Но изменения назрели, и, в принципе, мы будем еще разбираться, потому что там, как обычно, в последнее время попринималось много всяких правок. Но то, что вот и я общался со специалистами в отрасли, большое внимание уделено начальным классам. И это очень важно, потому как фундамент все равно, вот, знаете, как по закону Паретта, там все равно большее количество информации, знаний, понимания каких-то жизненных догм закладывается в раннем возрасте. Поэтому чем больше мы в детей вложим в первом, втором, третьем, четвертом классе, тем, конечно же, лучше он дальше пойдет и легче по жизни. И второе изменение – это то, что детей, наконец-то, мы будем развивать как личности, то есть всесторонне. Мне не нравится подход, что мы наших детей, вы знаете, на промежутке там, любого академического года учебного, мы его готовим, там, знаете, к экзаменам. Вот вся суть как будто бы учебы сводится к тому, чтобы потом сдать экзамен, получить хорошую оценку. Но не всегда это приводит к тому, что вот эти знания, которые четко в рамках экзамена или получения оценки, потом пригождаются в жизни. Поэтому мне кажется, что параллельно с геометрией, с физикой, с какими-то серьезными точными науками, мы за учебные годы ребенка, потому что школа — это второй дом, должны его научить таким вот базовым вещам. Что такое хорошо, что такое плохо. Как относиться к жизни, как относиться к дружбе, к любви, к дальнейшей работе. Вот это очень важные вещи. Потому что очень много людей могут выйти образованными со школы, но полностью потом асоциальными в жизни. И вот это наша главная задача. Поэтому я считаю, что те векторы, которые направлены на то, чтобы, вот вы знаете, да, там ужесточение все больше, что там красной пастой детям не писать зауважения, меньше в начальных классах никаких там двоек, либо оценок и так далее. Чтобы ребенка с малых лет не забивать и не делать изгоев в классе. Поэтому все дети равны. И всех их надо в первую очередь видеть как личности, воспринимать как личности и развивать как личности. До речі, скажіть про власний приклад. Ви задоволені тим рівнем освіти, яку здобули ви, приміром? Ну, я сейчас курирую образование, и поэтому мне кажется... Вам есть чем порівнювати. Да, мне кажется, нет, но я вам с убеждением скажу, что сейчас уровень отношений намного выше, и это очень правильно. Потому как с каждым годом все динамичнее мир изменяется. Все вот, знаете, как условно, раньше был шаг вот такой, сейчас вот шаги уже вот такие. Семимильными шагами меняется мир.
там уже там Алан Маск и Тесла и другие уже реально задумываются скоро себе на Марсе дом покупать и лететь туда жить. И поэтому, конечно же, в школах мы наших детей должны учить не на завтра, даже на послезавтра, заглядывать за горизонт и готовить детей к жизни. Вот сегодня идет ребенок в школу, да, а выйдет из школы в 2030 году. С такими темпами, с которыми развивается сейчас мир, мне даже сложно представить, что в 2030 году ребенка чем может встретить взрослая жизнь. Поэтому однозначно мы не имеем права просто детей учить вчерашнему дню. Мы должны идти вперед, и наши дети просто поразительные. Они не перестают нас уверять в том, что они намного умнее нас, и это очень правильно. Така система освіти, яку ви змальовуєте, вона передбачає чимало фінансових вкладень, так? Я розумію. Ну, ви знаєте, ми інспектируємо наше здання, сооруження. Це больна тема. У нас єдиниці школ приведені повністю в порядок. Будемо откровенні, це не треба скривати. І десятиліттями ніяких капітальних ремонтів і капіталовложений не робилось в школьні учреждення. А некоторі учреждення, там, це не важливо, навіть школи, садики, дворці культури, больницы с дня основания, а это 50-60-е годы, а у нас есть заклады, которые 100-летний юбилей уже в этом году встретили, не видели капитального ремонта. Поэтому это, конечно же, глобальное упущение, и главная причина, конечно, нехватка финансирования. Поэтому я уверен, что все должно начаться с образования, продолжиться все должно в экономике все равно, которая позволит нам заработать средства всей нашей стране и пустить их в социальную сферу, чтобы наладить и внешкольное образование, и дошкольное, привести в порядок наши лечебные учреждения, ну база. Для кого мы вообще это все будем строить? Для кого мы будем строить новые дороги, ремонтировать крыши, если средняя продолжительность жизни сокращается? Ну поэтому я же говорю, социально-экономическая ситуация должна расти, она должна дать темп росту и платежеспособности населению, и, конечно же, общему уровню счастья и продолжительности жизни. Дякую вам, пану Анатолію, за змістовні відповіді. Успіхів вам і до побачення. Ми повернемось у студію за кілька хвилин після нетривалої паузи. На нас чекає зустріч з Іриною Нечухаєвою, головною лікаркою клінічного санаторію «Великий Луг». Не перемикайте.